Здравствуйте, детишки. Что же это вы не... Не шали. Вы знаете, мне уже много лет. И я к этому никак не могу привыкнуть. И часто забываю, что у меня почтенный возраст, что у меня седая борода. И я все больше думаю, а иногда просто вспоминаю, что все мои замыслы, все мои решения, все мои привязанности складывались в детстве, то есть до войны. Я вспоминаю прошлое как череду войн. Война у озера Хасан, война в Испании, война в Финляндии, война на Халхин-Голе, Монголии. Это все, что предшествовало величайшей войне в истории человечества, Второй мировой войне. Сейчас много говорят об афганской войне, на которой погибло 14 тысяч. А за одну зиму во время финской войны погибло около 100 тысяч. Понимаете, за 10 лет 14 тысяч и за одну зиму 100 тысяч. Вместе с тем, все радости и самые светлые воспоминания связаны тоже с этими годами. Я вспоминаю праздники советские того времени. Сейчас обычно Новый год встречают дома. А в те годы люди встречали праздники в складчину. Детей нас укладывали в какой-то отдельной комнате, а взрослые праздновали до утра, танцевали. А мы не спали и тихо слушали, что там происходит в таинственных комнатах, где торжествуют взрослые. А далее впечатление художественное. Скажем, отец меня еще дошкольником привел в Третьяковку, привел на «Синюю птицу» в художественный театр. Это было самое яркое впечатление моего детства. Я вспоминаю музыкальные концерты. Я рано стал музыкальным вундеркиндом, у меня очень рано определили в музыкальную школу. Я вспоминаю балетное училище, куда меня тоже приводил мой отец, который был далек от искусства, он был инженером-лесоводом. И я помню, как меня раздирали противоречия. Я хотел быть танцовщиком, я хотел быть певцом, я хотел быть драматическим артистом, я хотел быть художником. И учился в студии «Юона». И рисовал много, и даже какие-то книжки оформлял. И так продолжалось до 40-го года, когда на экраны наши советские вышел фильм «Большой вальс». Я посмотрел эту картину и сошел с ума. Я ходил на эту картину раз 10. Я даже не очень понимал, что меня потрясло. Ну, наверное, музыка. Наверное, артисты. Но было нечто большее, как я сейчас понимаю, атмосфера и такой мощный поток зрелища, который меня захватывал каждый раз, хотя наизусть знал сюжет. И один раз я заговорил об этом с дядей, Ян Станиславович Журавский, архитектор, это мой дядя. Вообще в моей семье много было национальностей. Были поляки, были немцы, украинцы. Вот кого только не было. И он впервые мне сказал, что эту картину сделал один человек. Французский режиссер Дювивье, который эмигрировал в это время в Америку. Вот он придумал литературу, сценарий. Он скомпилировал музыку, он набрал артистов, он сделал вот этот мир в старой Вене, воссоздал его в Голливуде.
Он сделал все в этой картине от начала до конца. И я тогда для себя открыл эту профессию, которая позволяет заниматься в искусстве всем. Это произошло в 10 лет. И с этого момента я сошел с ума, и профессию я для себя выбрал. А дальше началась война. А во время войны, вы знаете, что в основном работали подростки и женщины. И мы с мамой отправились в эвакуации в Новосибирске на лесоповал зимой в 11 лет. Я работал, валил лес, платили дровами. Дрова мы продавали и покупали продукты. Потом я работал в колхозе, возил овощи в город. Тоже зарабатывал, это уже в 12-13 лет. Потом я работал сопровождающим товарных вагонов, которые шли на фронт месяцами и везли боеприпасы. Это было такое военное детство, поэтому я считаю, что люди моего поколения – это люди, которых воспитала война прежде всего. А далее, значит, началась непростая жизнь. Меня долго не принимали на режиссерский факультет, потому что считали, что я вообще молод. В то время в театр шли и в режиссуру театральную, и в кинорежиссуру. В основном фронтовики, люди с большим жизненным опытом. И такие мальчишки, как я, принимались, как правило, в актера. Я был высокого роста и так, в общем, подходил на какие-то роли. Значит, учился в театральном училище, но потом все-таки единственный педагог, который в меня верил как в режиссера, это была Мария Васильевна Кнебель, замечательный театральный режиссер, я поступил в АВГИК. Вот, собственно, с этого началась кинобиография. Во время 20-го съезда, после известной речи Хрущева, который разоблачил культ личности, он выступил с таким программным заявлением о том, что в Советском Союзе, в котором после войны выпускалось всего 5 фильмов в год, а до войны около 80, будет восстановлено производство кино. И молодые режиссеры, наконец, получат возможность снимать кино. А мне показалось, что это авантюра. Ну, во-первых, в ГИКа, в том виде, в каком он есть сегодня, не было. Не было учебной студии. Институт ютился в нескольких помещениях студии Горького. Мы ничего не снимали. Все свои работы мы писали на бумаге. Поэтому в таком смысле конкретно мы не были профессионалами. И я написал телеграмму Хрущеву, что его заявление не имеет никакого основания в жизни. Наивный был человек, вот, что это просто заявление безответственное. Большую телеграмму, попытался ее послать по почте. Ни одна почта у меня эту телеграмму не принимала. Наконец, где-то в Останкино мне удалось эту телеграмму отправить. И на следующий день, вернее, утром рано, раздался звонок из ЦК КПСС. И нам сказали, а уже к этому моменту ко мне присоединились некоторые другие вдиковцы, что нас утром примет секретарь ЦК по идеологии Шипилов и начальник отдела по культуре Поликарпов. И мы всю ночь готовились, не спали, пришли в ЦК и увидели впервые вещь, которая нас потрясла. На контроле у охраны был список, напечатанный типографским способом. Тогда не было компьютеров. Значит, за эту ночь успели наши фамилии отпечатать. Мы слегка содрогнулись, пришли в кабинет, и вышел красивый, элегантно одетый человек. Это был секретарь ЦК Шипилов, член президиума. Я никогда не представлял, чтобы члены Политбюро так выглядели. Какой-то светлый костюм.
сиреневый галстук. Элегантный, красивый человек, который с нами разговаривал очень весело, шутил. И не случайно он просуществовал в этом качестве недолго, и вместе с антипартийной группой быстро его сняли и отправили, по-моему, во Фрунзе, в нынешний Бишкек. Через день в институте появился Михайлов, министр культуры. И весь коридор, как в республике Шкит, был увешан карикатурами на него и стенгазетами. И он кричал «хулиганы!», бежал на трибуну в актовый зал. Мы ему говорить не дали, раздался свист и рев вообще. Он убежал. Через некоторое время его сняли. И еще через некоторое было время решения правительства о том, что надо строить новое здание в ГИК, строить учебную студию, а режиссеры молодые должны защищать диплом по полнометражным картинам. Перемирие! Перемирие! А знаете что, ребята, вы бузите не из-за Арикова. Нет, из-за Павла Ивановича. Так из-за Павла Ивановича? Вот и так вот с этого момента все, что я предлагал руководству, везде, где стояла моя фамилия, вызывала подозрения. На Мосфильм я попал ассистентом, и всю эту лямку я тянул несколько лет. Дослужился до второго режиссера, а дебют получил на Туркменфильме, а не в Москве, хотя я был коренным москвичом. Я снимал фильм по сценарию Юрия Трифонова, знаменитого писателя «Чайки над барханами». Хотя должен сказать, что это был не самый удачный сценарий. Он был написан наспех у Юрия Трифонова, несмотря на то, что он уже был лауреатом государственной премии. Были непростые времена, он писал какие-то рассказы и в основном работал журналистом. Я сказал, что сценарий плохой. Он говорит, как вам не стыдно браться, если это плохой? Я ему сказал, а мне ничего другого не дадут. Ну ладно, давайте тогда переделывать. Сели переделывать. И так получилось, что я писал одну сцену, он другой. И он мне сказал, что «а вы прекрасно пишете, я, собственно, вам и не очень нужен». Я остался один с половиной сценария и начал снимать картину. И когда я приехал в Каракумы, я увидел, что это начисто не похоже на то, что написано. И я стал снимать, импровизируя на ходу. В общем, удивительную историю. Сценарий строили уголовники. Вот те люди, которые оставались там на поселение после отбытия срока. И аборигены местные, темные пастухи и так далее. Вот такая публика. И когда руководство посмотрело материал этой картины, они пришли в ужас. Они думали, что они за этот фильм получат Ленинскую премию. И какие-то ордена. А то, что они увидели, никаких орденов им не обещал. Значит, картину остановили, закрыли. Значит, я обратился в художественный совет Министерства культуры. Был такой совет тогда. Министром была Фурцева Екатерина Алексеевна. Собрали всех корифеев в кино. А тогда живы почти все были классики, кроме Эйзенштейна. И они сказали, что я второй Эйзенштейн. Все, грандиозно. Тогда руководители Туркменфильма и некоторые наши сфабриковали против меня дело о том, что какие-то наркотики шли через границу, а я снимал в Туркмении, что я на этом делал деньги, и там насчитали 2,5 миллиона каких-то. И начался процесс. Меня повязали, как говорится, на год. Должен сказать, что когда меня реабилитировали, я читал свое дело. Я был потрясен, потому что там были показания моих друзей. И все они меня хорошо заложили. Кроме оператора Александра Чичулина, с которым мы перед
этим процессом поссорились. Дал честные показания. Должен сказать, что тогда произошло чудо. Общественная организация «Союз кинематографистов» во главе с Пырьевым послали письмо генеральному прокурору Руденко. Меня, неизвестного молодого режиссера, спасли. Вот, собственно, основная завязка моей биографии. Дальше были сложности. Чтобы жить, я занимался литературным трудом. Меня Трифонов обнадежил, что я большой писатель. Я стал писать за больших драматургов сценарии, когда у них не было времени. Понимаете? И в качестве литературного доработчика я попал на Ленфильм. За 2 недели, значит, был переписан сценарий «Республика Шкит», потому что писатель Пантелеев, один из авторов книжки «Республика Шкит», написал много вариантов, у него ничего не получалось. Значит, за 2 недели удалось написать сценарий совершенно другой. Вот тогда Козинцев, большой наш режиссер, сказал, а чем он, собственно, тут выступает в качестве автора? У него режиссерское образование, и я стал снимать эту картину уже как режиссер. И год она лежала, потому что Министерство внутренних дел было против. Как сказал замминистра внутренних дел, это энциклопедия для школьных хулиганов. Но, тем не менее, в конце 66-го года картина вышла. Таким образом, в декабре этого года будет 40 лет, как вышла картина «Республика Шкит». И если Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский, Никита Михалков с гордостью говорят о том, что они никогда не снимали фильмы по заказу, что они всегда снимали только сценарии, которые выбирали сами, я это сказать не могу. Я всю жизнь снимал то, что мне навязывали, но я ухитрялся эти сценарии переделывать так и снимать такие картины, которые потрясали руководство. Потому что они видели совсем не то, что они мне заказали. Ломоносов! Граждане шкинцы! Дорогие избиратели! Я вас не обижу, кореши! Старшему отделению Горбушки! Младшему тоже по справедливости! Пантелеев. Говори! Говори, Пантелей! Ребята, сейчас голод. У нас каждый кусочек на учете. В общем, тут Громоносов не годится. Даешь справедливого! Честного на кухню! Долой Конокрада! Долой Конокрада! Самый справедливый, по-моему, Янкель. Черных, значит. Даешь черных! Янкель на кухню! Долой блондинистых! Долой блондинистых! Кто за Громоносова? Опустили? Кто за черных? Большинство! Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, вот для композитора высшая награда, когда об их произведении говорят музыка народная. Вот с «Республикой Шкит» произошла практически та же самая история. Многие не знают, что режиссер этой картины Геннадий Полока. Как вы к этому относитесь? Ну, я спокойно к этому отношусь. Я счастлив, когда картина нравится. И я хочу, чтобы картину любил широкий зритель, чтобы она имела кассовый успех. Ничего худого в этом нет. Потому что сейчас находятся коллеги, которые говорят, что надо делать для своего зрителя. Пусть их 10 человек, но свои. Понимаете? У меня картины очень быстрые. Я не даю возможности зрителям одуматься. Чтобы он на всей этой волне мощной, понимаете, возникшего интереса, прошел всю картину и не успел ни на секунду отвлечься, чтобы поболтать с соседом или потискать соседку. Я его не заставляю работать во время картины. Знаете, как некоторые сейчас киноведы говорят, хорошо поработал 1.5 часа, он смотрел картину. Ну, он работал, а зритель не обязан работать на картине. Он пришел получить наслаждение.
Понимаете? И другое дело, что духовно обогатиться при этом. Вот, собственно, моя позиция. И Сергея Юрского, любимого моего артиста, зрители узнают, ему аплодируют, а меня, конечно, не узнают. Для меня это не трагедия. Прекрасно. Неужели разрешили? А, нет, не разрешили. Значит? Значит. Вы с ума сошли. Я добьюсь. Надо будет до Феликса Эдмундовича дойду. Вообще, если бы была возможность, то я бы все время снимал тех артистов, с которыми я уже нашел общий язык. Хотя существует открытие. Вот, скажем, я помню Александра Голобородько, и я его вот недавно на фестивале в Гатчине для себя как-то по-человечески открыл, и хочу в следующей картине своей его снять обязательно. Спасибо, Геннадий Иванович. Ну, я уж, поскольку вы меня назвали, я бы хотел бы вам задать один вопрос. Есть вот такое понятие, ну, не только у художника, а вообще у человека, как мера ответственности за то, что он делает. Вот эта мера ответственности, она от чего зависит? От поколения, от возраста, от интеллекта, от совести. Причем я не имею в виду только нашу страну. То, что сегодня происходит, мне кажется, что этот уровень вот ответственности, ну, достаточно низок вообще в мире. Вот хорошо, что вы заговорили об ответственности. Сегодня очень сложное ощущение у современного нашего человека, потому что у него каша в голове. Многие выросли в советское время. И тогда история наша трактовалась в одном направлении. И многое скрывалось. Сегодня все те же события трактуются в противоположном направлении. Понимаете? И то, и другое несправедливо. Люди сбиты с толку. А вместе с тем политики сегодня, утверждая какие-то сиюминутные свои интересы, они опираются на историю. И говорят, мы о сегодняшнем дне говорить не будем. А вот тогда было хуже. А вы жалуетесь, что сегодня не очень благополучно. А вот в 30-м году было хуже. Понимаете? Вот единственный аргумент. Я хотел очень поставить «Седьмой спутник» Бориса Лавренева в 60-е годы и даже пробил эту историю в 60-е годы в руководстве. А это произведение о красном терроре, представляете, в 60-е годы. Вот. Но у меня тогда это произведение отобрали, и в результате сняли этот фильм другие режиссеры. Вот. А сегодня прошло 40 лет, и я опять возвращаюсь к этому. И на уровне сегодняшнего дня я хочу вернуться к этой трагедии, о красном терроре, который возник после покушения на Ленина, и о белом терроре. Я должен сказать, что мои деды, мои родители прошли гражданскую войну. Часть их была в белой армии, часть была в красной армии. Я должен сказать, что и там были люди убежденные и порядочные, которые в условиях сложнейших, тяжелейших сохраняли человеческое достоинство и в том, и в другом лагере. Понимаете? Да, это будет трагикомедия, название «Око за око». Там почти нет отрицательных персонажей. 70 действующих лиц и почти ни одного плохого. Вы знаете, сегодня существует убеждение, что интерес у массового зрителя могут вызывать только бандиты и эротик. А больше ничего зрителя широкого не интересует. Понимаете, в моих картинах не было спецэффектов, не было эротики, там была любовь, понимаете? Значит, там было нечто, привлекавшее зрителя. Поэтому у меня существует чувство ответственности перед зрителем. У меня существует чувство ответственности просто перед людьми.
перед людьми. Я тяжело переживаю те бедствия, которые переживает сегодня наш народ. Не жалко ветеранов. Я каждый год, летая на мастер-классы в Соединенных Штатах, вижу, как везут купленных в России детей по 10, по 12 пар американских, не говорящих по-русски, везут вот таких малолеток, которые не говорят по-английски, здоровых, цветущих. Мне это тяжело видеть. Я про это картины делать, может быть, не буду. Но это боль жизненная, которая и питает настоящее творчество. Другое дело, что я против такого ползучего реализма. Я вам прямо скажу, я считаю, что в хороших картинах зритель, если он пришел на картину настоящего мастера, видит не жизнь, он видит тот мир, который мастер воспроизводит. Мир, которого нет. Он основан на реальной жизни, конечно. Он возник от каких-то жизненных впечатлений, но это мой мир, это субъективное восприятие мира. Я вам показываю и открываю, порой с надеждой на взаимопонимание, тот мир, который существует внутри меня. И ради этого искусства существует. Мне хотелось вас спросить. Когда вы писали сценарий, вы были очень скованы литературной основой? Или у вас был широкий полет фантазии, и вы там досочиняли? Вопрос от Леонида Завольнюка, замечательного поэта. Вы знаете, я много действительно занимался экранизацией. И в этом смысле иногда это связано для меня с лучшими годами моей жизни. У меня были прекрасные отношения с Львом Славиным, который сказал: берите эту пьесу, она когда-то имела успех, а сейчас не очень. И делайте с ней, что хотите. Я с ней делал, что хотел. Доброе утро. Но если сейчас вечерний сеанс, то добрый вечер, естественно. Начинаем! 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 Уважаемая публика, драма «Буф» с песнями, танцами, выстрелами и фокусами. История о том, как прекрасная негуцианка мадам Ксидиас ушла с арены. О том, как все хотят стать Наполеонами, так что по улицам нельзя пройти от Наполеонов. О том, как Золушка погубила принца. Участвуют поэты и палачи, певицы и бандиты, солдаты и уличные девки, генералы и паяцы, эскулапы и политиканы, торгаши, святые, а также контрабандисты, мастеровые и калифы на час. Я просто тогда восстал против канонического историко-революционного кинематографа, когда все исторические картины были канонизированы, и можно было снимать только определенным образом. Все персонажи заранее были канонизированы, все исторические лица. И я тогда обратился к революционному балагану 20-х годов, чтобы оторваться от этой традиции, уже мертвой к тому времени. Музыка! Ваши документы. Чистая работа. Простите? Сами делали. Сволочи! Еще одна птичка попалась! Пусти хату! Ах, какой мужчина!
Позвольте. Комиссарская морда, мы еще с тобой поговорим! Ну, что стоишь? Беги! А вы как же? Краснобуря, сволочь! Беги, Тань! Интеллигентская морда! А ты что стоишь, дубина? Беги за девчонкой! Я буйцам глаза и рассею! Ура! Ах, какой мужчина! Хватайте же вы его, хватайте! Вообще-то я, вне зависимости от автора, первоисточник, читаю очень внимательно и изучаю. Потом наступает момент, когда я превращаюсь в автора, я ухожу совершенно в сторону, и тогда возникают характеры, которых там нет, возникает интонация, которой в книжке нет. Вообще я считаю, что режиссер в кино должен быть соавтором обязательно. Или автором, понимаете? Потому что это написано только для него. Реализовать это может только он один, и никакого... Ремейка, как правило, не бывает. А если бывают ремейки, то они, то есть повторения, то они происходят на другом уровне, с другой интонацией, с другой формой, понимаете? Вот. Конечно, это во многом произведение уже мое, понимаете? Геннадий Иванович, как вы прокомментируете современное положение режиссера? Слышатся голоса, что мы сегодня уступили поле боя. То есть сегодня режиссер уже как бы на вторых, третьих ролях. Или это не так? Видите ли, это вопрос непростой. Сегодня в нашу жизнь, в кино, вошла такая фигура, как продюсер. Значит, эту фигуру раньше заменяла администрация студии и руководство Госкино. Естественно, они заинтересованы в результате проекта и в какой-то степени они имеют право на то, чтобы этот проект выглядел так, как они его себе представляли. У меня после последней картины возникло желание работать с независимым продюсером, Владиленом Арсеньевым. Еще до этого фильма Владилен Владиленович мне много помогал. В 25 странах была премьера фильма «Возвращение броненосца» в связи со столетием Эйзенштейна. Отважно красным конником дорогу уступи. Московские киношники приехали! Малый наших Одессы! Не говоря уже о киевских и питерских. Ходят в город Карломань! Да точно! Как завоевать! Да им конца и краю не видать! Заходите, мальчики, московские! До встречи, красавицы! На улице трудновато. А этот лохматый кто у них? Говорят, режиссер. Бросьте, смешно слышать. Какой режиссер? Смешно. Говорят, знаменитый на весь мир. Перестаньте сказать. Это кто? Режиссер Эйзенштейн из Москвы. Что? Ничего. Пусть снимают. Кстати, вот я первый советский режиссер, российский уже режиссер, ретроспектива фильмов которого прошла в Вашингтоне и Кеннеди-центре. И тоже благодаря Арсению. Иванович, такие слова. У меня тоже есть вопрос. Ваши картины, они очень густо населены. Там множество людей. Они эпизоды, они даже массовка, но они все запоминаются. И вот здесь мне хотелось бы все-таки до конца договорить еще наши разговоры, которые велись. Вот люди любят аквариумных рыбок, питонов больших. Вот и работал с Гусинским, но очень любил такого удава огромного, которого ставил у него в кабинете под стеклом. И когда заходишь, он так с любовью смотрит. На нас не любовь, а вот на этого удава, который ползает там, любит собачек, кошечек. А все-таки хотелось бы, как вы к людям относитесь? В общем, люди вредные, они даже вреднее, чем собачки, и кошечки, и удавы, понимаете, бывают. Как все-таки относитесь вы к людям?
Ну, это тяжелейший мне вопрос задали. Вы знаете, я как к этому вопросу подойду с другой стороны. У меня такая странная фамилия, понимаете? И каждый раз, когда я приезжаю в какую-нибудь страну, возникает вопрос такой осторожный, иногда наглый на пресс-конференциях. Какой вы национальности? И я так твердо говорю, я русский. Я действительно очень люблю Россию и больше 10 дней за границей прожить не могу. И если говорить о любви к человеку, я обожаю русского человека. Со всеми его недостатками. Я его люблю и за достоинство, и за безобразие, которое есть в каждом человеке и в каждом народе. Вот скажем, я снимался в Германии как актер. Мне очень нравится пунктуальность немецкая, точность, обязательность. Но когда кончается съемочный день, а они успели снять один кадр, и артисту надо уезжать, и режиссер обращается к группе и к осветителям, говорит, ну, задержитесь на полчаса. Задержитесь. Надо это снять. Появляется представитель профсоюза и жестко говорит. Никаких разговоров быть не может. Смена кончена. Все. Надо было укладываться. Если вы обращаетесь к нашему бригадиру, который уже за 20 минут успел и выпить где-то там, уже у него глаза веселенькие, все. И говорите, ну, помоги. И вот эта привычка к авралу, понимаете, бросаются люди. И за 30 минут вы успеваете снять. Мало того, они еще вам благодарны за то, что вы к ним так обратились. Они еще вас обнимают, говорят, вот, мы с вами только можем работать, только вы человек. Сантиментальная самоотверженность мне нравится. Я люблю людей за то, что они дают мне повод для моей фантазии, за то, что они, вызывая иногда во мне чувства, может быть, и не очень хорошие, и даже некоторое отвращение, в конце концов вызывает лучшее, что есть во мне как художнике. Понимаете? И отсюда моя страсть к самым разным характерам. У меня в картинах всегда групповой портрет. У меня не один персонаж, а там персонажей 40, и все разные. Я так люблю коллекционировать людей и человеческие характеры. Это так интересно и так бесконечно, потому что каждый человек – это целый мир. Товарищ Герц, ну, вы видите, да? Что это значит? Там, кажется, дали работу. Это называется «дали работу». Вы посмотрите, что эти варвары делают. Актеров загнали в массовку, а дилетантов снимают крупным планом. Это безобразие. И дело не в деньгах. Хотя и платят меньше. Я... любимец русскоязычного населения, что же мне дали? Безобразие! Я играю Бетховена вот на этом самом инструменте. Да ты меня, меня не свели до городового, когда я играл князей и фельдмаршалов. Вы посмотрите на этот мундир, гадость какая-то. Без паники! Я этого так не оставлю. Погодите, погодите! Скажите. Товарищ Эйзенштейн, погодите снимать! Куда? Пустите! Не велено! Ты что? Егор Францич! Эйзенштейн! Подождите меня! Эйзенштейн! Егор Францич! Товарищ Эйзенштейн! Подождите! Я заставлю вас уважать закон! Эйзенштейн! Вы слышите? Яган Францич! Я следующий после трапезом Герц! Я заставлю вас уважать закон! Эйзенштейн! Вы слышите? Ну, во-первых, маленькая реплика. Я вас могу успокоить, бригадир осветителей нынешний. Он вам четко скажет, все, время закончилось, а нам еще час собирать
шланги, часто, так сказать, приборы и все. Так что вы не волнуйтесь, скоро система это возобладает и психология возобладает. Но я вас хотел спросить вот о чем. Вот когда собрался синклит режиссеров в начале вашей деятельности и сказали, что вы второй Эйзенштейн, не это ли повлияло на вас? И, по-моему, сейчас вы единственный человек, который исповедует принципы того классического, нашего, старого, зарождающегося тогда кино с его образной структурой, с умением увидеть среду через деталь, с острым выразительным кадром. Но почему вы остались практически единственным, кто это исповедует? Ведь, казалось бы, школа одна, все одно. Ну, вы знаете, конечно, приятно слышать такой вопрос от такого знаменитого художника, как Борис Бланк, который сегодня... Это ведь два вопроса. Один вопрос по поводу рабочего класса. Вот здесь сидят люди, которые со мной работали. Я каждую съемку превращаю в зрелище. Я к ней готовлюсь. И я понимаю, что никакие деньги не могут компенсировать этот тяжелый труд, когда люди по полторы смены вкалывают. Я прихожу и устраиваю зрелище и праздник не только для зрителей, которые это увидят на экране, но для группы. Понимаете? Когда я встречаю какого-нибудь осветителя через 20 лет или какого-нибудь реквизитора, значит, у которых глаза увлажняются и которые говорят мне какие-то несвязные благодарные слова. Ну, это вот, так сказать, я в себе это качество воспитал. Вначале его не было, потому что я был молодым и стеснялся, а потом оно окрепло. Теперь по поводу Эйзенштейна. Я считаю, что вот школа, как в музыке, есть какие-то основы, которыми вы должны овладеть в музыкальной школе, в консерватории. Академическая школа. Вот вы этим овладели, а дальше вы, куда вас там талант поведет. Понимаете? Я считаю, что то, что открыл Эйзенштейн, потом вслед за ним другие наши мастера, Козинцев, Трауберг, Кулешов, то, что впоследствии разработал в своих больших картинах Чарли Чаплин, это система так называемого монтажа аттракционов, она наиболее живучая и сегодня. Вы помните «Республику Шкид»? Там есть сцена на демонстрации, где на грузовике сидит Степан Разин, у него это шамаханская царица, кругом стоят разбойники, казаки, и они, значит, бердышами вот этими ударяют о пол грузовика и скандируют: «Нас на бабу променял». Степан Разин встает, сбрасывает эту красавицу и провозглашает: «Да здравствует мировая революция». Вот вам 20-е годы. Это аттракцион, понимаете? Нас на бабу променял! Да здравствует мировая революция! Ура! Я думаю в каждой картине о том, в чем счастье человека, о том, как преодолеть ужас перед неизбежностью, потому что мы все обречены умереть. Понимаете? И страх этот с годами увеличивается. Я хочу освободить людей от этого страха. Я хочу, чтобы люди дорожили минутами счастья, которые бывают почти у каждого. С моей точки зрения, и это очень очевидно, в картине «Республика Шкид» человек бывает счастлив, когда ему кажется, что его все любят. И ему кажется, что он всех любит. Эти...
Эти мгновения бывают чрезвычайно редки. И ими надо дорожить. О смерти я хочу сказать. Смерть – это естественное событие. И неизвестно, что лучше – бессмертие или смертность. Представьте себе бессмертие, если у вас хватит фантазии, как бесконечность однообразных событий. Бесконечное. В этом тоже есть трагедия. С другой стороны, если вы прожили жизнь насыщенную, и если в ней было все, и если вы реализовались как человек, и как художник, и как маэстро, или как просто мастер, если вы реализовались в любви, в личной жизни, понимаете, то вы устаете от жизни и должны уйти приятно уставшим, естественным путем. Да. Извините, можно вопрос? Большая часть ваших картин, она была снята в советское время, да? Вот сейчас вы приступаете к картине, которая снимается совершенно в новую эпоху, да? Когда существует и в политике другая страна, другая, и даже отношения с бригадой осветителей, о чем говорили, по-другому уже могут строиться. Раньше существовала цензура, которую приходилось обходить. Вот сейчас проще существовать или сложнее? Вы знаете, ну, мне задавать вопрос этот сложно, потому что я всю жизнь прожил на преодолении. Я остался таким, я не был членом партии, мне не нужно было отмываться. Хотя я, в общем, по убеждениям социалист. Мне очень утописты нравятся. Вот сейчас у меня будет картина канадская, там эта история общины канадской, состоящая из социалистов-утопистов, наивных таких. Полудетей, полувзрослых. Поэтому возвращение броненосца, возникла эта история еще когда был жив Каплер, который вел передачу «Кинопанорама», и интервенцию уложили на полку, а была запланирована картина в «Кинопанораме» про съемки интервенции. И когда уложили на полку, накануне выхода в эфир, я позвонил Каплеру и сказал: вы знаете, интервенция на полке. И Каплер сказал: я с вами на эту тему не разговаривал. И картина об интервенции пошла в эфир. И разразился скандал, и кончился это печально. Каплер перестал вести «Кинопанораму». После этого у нас была встреча, он мне сказал: у меня есть повесть «Возвращение броненосца». Ее многие у меня хотели бы взять, режиссеры. Но я, если вы захотите, отдам ее вам. И он умер. И накануне перестройки одесская студия у его вдовы, замечательной поэтессы, купила эту повесть. И она сказала с одним условием, что это будет писать и делать Полока. Казалось бы, это наследие советского времени. Но возникла-то эта идея из ситуации скандальной, почти антисоветской, понимаете? Я не изменился. Хотел бы ответить еще на один вопрос, который мне не задавали. Вот в советское время, когда нас заставляли, так сказать, вести идеологическую работу со зрителем, заниматься такой советской пропагандой, в это время многие творцы стали говорить о том, что искусство вообще не должно ничем учить. Искусство должно ставить проблему. И все. Вы знаете, я считаю, что искусство может и учить. И очищать человека, и перевоспитывать даже. Все зависит от того, кто этим занимается. Лев Толстой всю жизнь занимался воспитанием человека.
И он имел на это моральное право. Понимаете, а художники, может быть, ниже рангом, средние или менее талантливые, наверное, не имеют права, пусть они ставят проблемы. Понимаете? Вот, собственно, все.